Всем привет, туканы, с вами я, Парадонтакс, и у нас видео топ-10 конфет возле моего дома. Ну что ж, давайте начнем снимать данный ролик. Тут будет в кадре рыба. Первая конфета — это у нас Тофикс. Она сделана специально для, не знаю, для аутистов. Это ролик без сценария от фирмы Евлан. Я бы сказал, что это слово похоже. А вот клубника. Давайте опробуем. Так. Одну секунду. Вот крылья. Собственно, закидываем. Я буду каждому из них выставлять свою оценочку. Но это... Запомните эту этикеточку. Дерьмо какое-то, скажу честно. Мне невкусно. Реально невкусно. Я ей ставлю по 11-бальной шкале. Ну, тройку можно поставить, запомните. Баллы, наверное, когда монтировать буду. Вот поставлю оценочку, чтобы вы видели. И в конце видео будут показаны оценочки всех конфеток. Запомните, вот такая вот клубничная Тофикс, это просто говнецо. Не покупайте. Я пойду ее выплюну. Я выкинул данную жевательную конфету, переходим к следующей. Следующая конфета — это всеми вами знакомая пчелка от фирмы Crazy. Кто так делает? Crazy что-то там. Crazy Year. Безумный год. Шикарно просто. Наверное, маркетолог этой компании очень доволен собой. А, Crazy Bee, боже. Какой же я дуралей. Шалена Бджилка. У нас. Мне попадается красная конфета. Мы ее, собственно, съедаем. Вот такого она вида. Залетает на мид. Ой. Ой-ой-ой. Даже... Ох, офу, какая гадость. Ох, ема, фу. Сам по себе люблю такие конфеты пчела. Шалена Бджилка, но... На данный... Ой, фу, какая она... Ой, фу. Я люблю зеленые, а не красные. Красный не вообще отвратный, я это уже проглотил. Это вообще ужас. 1 из 10. 1 из 11. Да, все правильно сказал. Вот такая вот фигня. А, я же водой запью. Это ужасно. Все обратно закручиваю. Уф. Ну что ж, следующая конфета — это у нас... Что я прочитаю? На каком-то древнерусском написано. Soft Feeling Candy от Рошен. Я ни на что уже не надеюсь. Я просто надеюсь на то, что у нее будет оценка хотя бы больше... Больше, не знаю, больше 8, не знаю. Но выглядит... Опа, вторая это. Тут вот видите, еще серенькая из дополнительной, что добавляет мне одной муки, потому что я снимаю это видео одной рукой. Ладно, просто закидываем так. Странная конфета. Реально странная.
На одно время какая-то противная и вкусная. Непонятная. Непонятная фигня. Это непонятно. Мне одновременно хочется и поставить 9 баллов. И 1 балл. Но я сойдусь на 8. Короче, 8-бальная. Фигня, короче, тоже. Вот такие вот конфеты возле моего дома продаю. Самые дешманские купил. Знаете, почему самые дешманские? Вот потому, что вы в мою группу в Роблоксе не заходите. Ладно, продолжаем. Следующая конфета. От Рошен. Тоже. Это вот такая вот белая. Из кама какого-то. Рошенчик. Она называется Jelly Candy. Надо еще придумать, как ее открыть. Короче. Короче, сразу ставлю этой конфете дизлайк, потому что я ее еле открыл, эту конфету. Капец. Даже с двумя руками. Камеру мне пришлось. Ну ладно, закидываю. Я не понимаю, какого она вкуса. Но это 11 из 10. Я бы даже сказал 13. Это реально имбуся. Покупайте обязательно беленькую. А мы продолжаем брать. Поскольку вы не заходите в мою группу в Роблоксе и в канал в Телеграме, я не купил новых конфет. Тут только 3 вида конфет. Но тут еще есть виды тоффи. Вот этих Jelly Candy. А эклеров нету. Вот этих, которые ириски. Которым я 8 баллов поставил. Боже. Ну вот, короче, берем с арбузом, вот такая, я не помню, я показал этикетку прошлую, вроде да. Вот, короче, вот такая фигня, как же непривычно записывать без сценария. Вот, короче, вот такая вот, арбузик. Правда, там почему-то реалистичная клубника была на той, а тут арбуз нарисованный. Ну ничего, я позвоню этим разработчикам этих конфет, дизайнерам, и они у меня в бан отлетят. На 10 лет. В тюрьму сядут. На бутылочку, собственно. О, открыл одной рукой. Вы не представите, каких мне мук это обошлось. Хочу добавить, что эти конфеты, плюс ко всему, еще и жвачки, поэтому их надо выплевывать. Фу! Это ужас. 0 из 10. Я пойду это прямо сейчас выкину. Жвачка обычно. Только не вкусно. Пять из десяти.
О боже. Реально что-то невкусно. 5/10, все. Окончательная оценка. Иду выплевывать, во сколько это жвачка. Я не изменила свою оценку, такое же невкусное все это дело. Финальная конфета под видом кофе. От Евлана. А, тут еще какая-то приписка есть. Висинели тофи сити. Понятно, арабы делали. У меня тут, к слову, осталось еще 3 конфеты, раз уж это убор. 7-я конфета. Это, наверное, самое вкусное из под вида тофе. Реально. 10/10. Ой, 10/11. Очень грустно, если я все это время говорю из 10. А, нет, 9/10. Почему эта рыба фуга издает такие звуки, когда ее на хвост нажимают? Кстати, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. За рыбу фугу. Я иду выбрасывать жвачку. Я почти уверен, что у парадонтакса после этого видео будет диабет сахарный. Теперь мы берем вот эту вот джелибин. Надеюсь, она будет вкусной. Одну секунду. Вот, конфета снов открыта. Закинул. Фу! Какая гадость. 3/11. Реально невкусно. Один из одиннадцати. 0/10 из 11. Это ужасно. Даже -45 из 11. Ну ужасная, фу. У нас остается только 2 конфеты. О, капец. Сейчас я, наверное, вставлю какое-нибудь смешное видео на монтаже. Сына зову Роналдо. Видео закончилось. Криштиану Роналдо. Смейтесь. Все, посмеялись, молодцы. Давайте продолжать. Зеленая конфета. Наверное, цвета, когда у меня выйдет оранжевая, наверное, она такого же цвета выйдет. И у меня будет вместо оранжевой невкусная и вкусная зеленая. Но я надеюсь, что она будет вкусной. Либо из невкусной оранжевой будет невкусная зеленая. Давай, блесни умом зеленая, давай. Ртом открывать. Это как неандерталец скоро буду. Зубы отрощены размером с... Не знаю. Просто яблочко такое вкусненькое, сладенькое. Оп. Семь из одиннадцати. Ну, я поздравляю, вы досмотрели это, не знаю, скольки минутное видео. Но у вас, видимо, стальные нервы. До этого самое длинное видео на канале было типичный фанат маразма. Кстати, если вы хотите... Оп, все, открыл. Открыл. Если вы хотите видео... разоблачение на Let's go. Хотите видео разоблачение на
кого-нибудь аутизма. От Shadow терпила. Вот за чел, который разоблачение делает на канале. Что он сделает? Неужели конфета 11 из 10? Реальная имба. Вердикт. Вердикт насчет этой красной конфеты. 11 из 10, все правильно. Ну что ж, всем пока, пуканчики. Если вы скачаете приложение Null в Play Market, то у вас будет $300 под подушкой. $300 bucks. Goodbye, Jabroni.